Проблема вывоза бытовых отходов на курорте особенно остро стоит в летнее время. Мусороуборочная техника ездит по графику, который не всегда соблюдают сами жители, оставляя мусор на газонах и тротуарах, когда им удобно. Заявки по телефону в диспетчерские службы – также неподходящая схема. Такое мнение озвучила на аппаратном совещании в администрации первый заместитель главы Анапы. Эта система уже не работает, поэтому планируйте совещание на этой неделе с обязательным моим участием, Медведева. Будем приходить к общему мнению, знаменателю, решению по формированию контейнерных площадок на территории нашего города и будем уходить от позвонковой системы. Мобилизация доходов в бюджет должна быть основной заботой муниципальных служащих. Ситуация, когда на месте ИЖС высится гостиница, а налоги ее собственникам укрываются, недопустимы. Начинаем серьезную работу, начинаем уже сейчас работу по изменению вида разрешенного использования земельных участков, на которых расположены и эксплуатируются гостиницы с ИЖС на гостиницы. В первую очередь это Витязева и Сухом. О ходе работ каждый день должен быть результат. От начальника управления капстроительства потребовали отчет о подключении к электроснабжению офиса врача общей практики в хуторе «Рассвет». По команде «Кубанэнерго» перенесли узел учета создания самого ВОПа в трансформаторную подстанцию. Сегодня отдаем туда исполнительную документацию и ожидаем справки о выполнении технических условий от них. Анжелика Бузунова дала неделю на оформление всей документации. К 30 ноября подрядчик завершит строительство объекта.